Не будет ли создан инвестиционный фонд, оттягивает на себя инвестиции физических лиц с основной создающей криптовалюты СКВ? Так как то, что вы предлагаете, очень перспективное и серьезное направление, которое может заинтересовать людей даже в большей степени, чем инвестиции в криптоюнит SkyWay. Нет, я не думаю. Это опять же два разных направления, это опять же две разные перспективности. Это перспективы разные, дорогие друзья. И второй момент, мы это создали как один из маркетинговых ходов, чтобы еще больше получить сейчас клиентов, которые инвестируют в SkyWay. Ну, потому что вы сами понимаете, то, что мы предлагаем, никто не предлагает в мире. И человеку для того, чтобы сейчас войти, 400 нужно заплатить юнитов, долларов, да? А в апреле 650. То есть думать долго некогда. Ну, хорошо, думаю, в апреле будет 650. В июне это будет, в мае это будет 800. В июне это будет 1000. Понятно, да? То есть, ну, думай, ты можешь подумать, ну, будет вход больше. А когда вы начнете получать по программе лояльности и дивидендный доход, мы сейчас готовим, ну, я не буду говорить, сделаем потом, потому что скажу, скажете, вот, я Хавратов обещал. Вот получится, да, то вообще будет вот такая уникальная вещь, что народ в очередь будет становиться, будет, знаете, как на каждом пакете, будет количество уже отписанных и количество, ну, остаток. Вот заходишь, и каждый пакет, и написано, сколько осталось. И вот пока он заходит, пока он думает, верифицирует свой аккаунт, а там было, к примеру, там 1000. Пока он там 10 минут поработал, а там уже 100 осталось. А ему еще денег нужно завести. Пока денег завел, а уже и все, и нет пакетов. Ну, вот такие вещи будут. Почему? Ну, это одна тоже из наших стратегий, почему-то мы так сделаем. Поэтому я не думаю. А вот то, что мы дадим возможность SkyWay больше получить людей, да, потому что сейчас, когда мы с этим направлением, как по всему миру, маркетинг сделан и пиар очень сильный, да, как одно из новых направлений. А люди приходят, говорят, ну, нужно заплатить 400 SkyWay сначала. Вот заходи в свик и потом дальше иди.